Привет, мы приехали в лайф-парк на вечеринку от работы. Уже темно, ничего, уже плохо будет видно, но все равно попробую что-то поснимать. Вот мы приехали в лайф-парк, и на входе нас встречает бабочка и такой интересный цветочек. Получили браслетики, которые будут подсвечивать в темноте. В предыдущие года было очень много развлечений, в этом году вот эти вот аттракционные фигурки только в начале и в конце, ну, то есть с той стороны вход, и там тоже стоят, все, больше как бы никаких развлечений нет, жаль. Помаши ручкой. Вот место, где получают подарки. Подарки всегда хорошие. Кожаные сумочки или кожаные кошельки. Посмотрим, что в этом году нам дадут. Так. Ну-ка, покажи, покажи, что там. Ну, покажи. Покажи, что там. Тоже вроде как кошелек. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что там. Да, кошелек, подарок, кошелек, однако мужской кошелек, черный. Вот такие кошельки. Так, вот очередь к еде, нужно занять очередь. Это фуршет. Так, что там сегодня нам подают? Какие-то стаканчики, вроде как макароны. Вот я урвала гамбургер и курица. А что, шоколадное яйцо? А, или надувное, обмазанное шоколадом? Короче, все, что от шоколада осталось. Вот еще стоят фигурки. Принцесса. Сейчас я их обойду. Так, это парк Life называется в Ришине. Ну, по сравнению с позапрошлым годом, позапрошлым, конечно, сбавлены обороты. Ну вот это за почти 2 года мы вышли первый раз на такое вот массовое представление, на такое торжество. Мы рады этому, столько народу, и, можно так сказать, свободно ходим, хотя проверяли все, что можно проверять, и, ну, мы рады, что вышли в люди. Сейчас еще будет концерт, будут выступать известные израильские певцы. Весело, столько народу, народ рад хотя бы выйти, и хоть куда, очень здорово. Так ярко оформлено, все интересно оформлено. Мне понравилось. Я очень люблю корпоративы от работы мужа. Мне очень нравится.
Ну вот так светятся эти браслеты на руках, в такт музыки, разноцветно. Вот так. На таких встречах можно увидеть тех, кого давно не видели в результате сидения дома. Ну и вообще замедление энергичной жизни. Лишний раз никуда не выходили. Приятно смотреть, как люди радуются концертам. Полетели воздушные шары в зал. Весело. Sound right, boy. По праздникам. Пока-пока, до новых встреч.